Я не по нему наблюдаю. отработал. Работаю. Пустил в него теху. И эрку Есть одну. попадание. Поразил, да, его? Да. Хорошая новость. Вторая ракета мимо. А вторая была как раз таки ТХ, а первая эрка. Как могла эрк попасть в него? Не понимаю. Он развернулся на тебя на 5 часов заходит. А так ты же сказал, что я в него попал. Было попадание ракеты, видел, аж результат не вижу. Ну еще вполне сейчас теплет работает. Подходи пока так. Отхожу. И еще, опа, он с правой стороны у меня находится, на хвосте сидит. Влево, залагало. Уходи влево. Ухожу, ухожу. Лагает сильно. Сейчас по нему торы будут работать. Он за мной идет. Активно уходи от него. Ну, иду на форсаже. 1400 скорость. ПЗРК, где спецназ? Чего где? Спецназ. Блин, ты такие вопросы задаешь. Захват держит меня сзади. ПЗРК должен знать. 15-х. Дальше уходит по этому же курсу. Он отвернул уже. Как отвернул? Держит захват, кстати, слева. Разворачиваться? Разворачивайся. На курс 124. На каком удалении вот мне? Удаление 20. Разворачивается на тебя. Работа. Пуски вижу с земли, и земля работает. Алекс, ты спрашивал? Да. Прямо иди. Прямо удалением 13, курс 37. 10-й работаешь? Нет, все попал, понял, в него. Понял. Падает. Все понял. Мужики, сказать вам прикол? Если я сейчас его подбил, то я скажу, это прикол или не прикол. Мне кажется, что не я его подбил. Его ПВО какое-то подбило. Кто? ПВО, может? Не знаю, но видно было, что я пустил по нему две ракеты, две эрки. А кто это был, ты не видал, да, по нику? Нет. Не, сбил не я его. Значит, прикол не получился. Иди на посадку, Краснодар можно сесть? Краснодар, нашей техники там нет, будут заряжать тебя. Куда идти можно? На посадку куда можно? В ближайший. Крымск. Ё-моё, сильно далеко, блин. Не-не, Краснодар, курс. Центр можно. А что на Краснодаре центр он будет делать? А, там в смысле наши не пришли еще, да? Да. Курс. Принял. Да, курс я знаю, я просто хотел зарядиться. А кто его сбил, не понял ни хера, блин. Чем, что ли, да? Ладно. Так, мне надо перезапуститься, и да, не управляется у меня. Там больше пока в воздухе никого не видел? Пока нет. Восемь седьмой? Да. Ты вот можешь Союза взять, он тоже на Ми-8, по-моему, сел. А, на 125 ты. Вообще перекиньте его сюда, чё он один там сидит?
Колонну практически разбил, которая шла на Краснодар. Только один танк удрал, сейчас попытаюсь его догнать. Ну ты зверь, блин. А почему тогда у нас потери?